друзья, всем утро доброе. Сегодня четверг. Погода на улице просто жесть. Идет снег с дождем. Ветер, температура плюсовая. На улице просто опа. Мы с Колей совершенно случайно вчера около 10 часов вечера. Он так вот позвонил неожиданно. Говорит, а может мы с тобой на рыбалочку съездим? На дневную. Ну, нам собраться только подпоясаться. Собственно говоря, на дневную рыбалочку мы с собой берем барахла по минимуму. Там вот все заднее сиденье, багажник забито. Вот, едем на рыбалочку. Погода просто жесть. По ощущениям, по погоде, или мы сегодня не поймаем вообще ничего, даже ни одного ерша. Или мы сегодня... Наворочаем. Но я ближе склоняюсь к первому. Сейчас стоим на переезде. Что-то нас прям, ну, не пускают на рыбалку. Уже 5 минут стоим на переезде, переезд не открывают. Уже почти 15. А, уже 15 минут мы стоим? Да. Замечательно. Сейчас мы едем в наш любимый и родной магазин. Наверное, мы в Бутынь не будем заезжать. Может, мы заедем в Поплавок, в Дорохово. Там прикупимся. Или ты хочешь в Бутынь заехать? Ну, мне кажется, в Бутынь поудобнее просто. В Бутынь поудобнее. Ну, значит, мы заедем в Бутынь. Вот такие вот, друзья, дела, делишки. Мы едем. We'll be right back.
сегодня, вы ни о чем не пожалеете. Это просто здесь что-то неимоверное творится. Такая витрина. Я не знаю, сколько метров в секунду. Коль, может, вернемся? Нифига, наши не сдаются. Наши не сдаются. Народу в Красновидово практически единицы. Вот несколько машин. Отчаянных рыбаков. Ну все, ребята, мы пошли на лед.
Давай, давай, давай. Так, ну что, друзья, время уже 10. Значит, пока попался один окунек, решил опустить подводную камеру, посмотреть, что там у нас на дне. Так, значит, на дне вот я вижу, что тут у нас. Вот, вдали я вижу плотвичка. Проплывает. Так, сейчас мы чуть-чуть сдвинемся. Так. Вот лежит прикормка, грязный мотыль. Так, идем направо. Рыбу мы пока не видим. Так, вот здесь вот, если вы видите, вот посередине стоит, вот ушла, вот оснастка, господи. Так, вот окунь опять стоит у нас, кормится. Так, где-то мы здесь пролетели. Ладно, крутится все. Вот опять пролетели. Так, вот у нас стоит оснастка. Так, опять. Вот неудобно в камере то, что приходится крутить за провод в пальчиках, и она слишком быстро поворачивается. Да. Так, ну ладно. Так. Плотвы мы пока не видим. Вот стоит окунь, кормится. Так, дальше. Вот еще, по-моему, два окуня стоят, кормятся. Так, а вот и плотвичка. Вот и плотвичка подошла на корм вместе с окунем. Так, вот она. Ну, возможно, будут поклевочки. Так, это у нас окунь стоит. Кормится, как видите. Дно у нас песчаное. Ну, короче, окуни поедают мотыля моего, который предназначен для плотвы. А плотвичку мы увидели только одну. Пока. Один окунь. И окунь, прошу заметить, что камеры, ребят, вообще не боится. Смотрите, вот. Видите, наглым образом поедает мотыля. Ну, иди отсюда. Иди отсюда. Не боится, но внимание. Ноль внимания. Рыба кормится. Вот там вдали, по-моему, плотвичка проплывает. Сестричка. Ну что, что я вам хочу сказать? Будем ждать, что все же что-то проклюнется, что-то мы сегодня поймаем. Пока у нас в арсенале один окунек. Вот наглый глаз. Ух ты, прям какой, а? Окуняра. Не боится ничего. Сейчас попробую достану мормышечку. Может быть, соблазню его на мормышку, на игру. Смотреть в камеру — дело интересное. Понаблюдать за рыбами. Ну, мы сюда приехали рыбу ловить, а не телевизор смотреть. Я, конечно, включу еще камеру попозже, чуток. Ну, сейчас я попробую все же что-то как бы половить.
я думаю, настало время прогуляться к Коле, выйти на улицу и посмотреть, что там творится. Народ присутствует. Народ выходит из палаток, значит, палаток не клюет. И вот там стоит несколько палаток. Ну, так как ребята на улице, то понятно тоже, что в палатках не клюет. Коля тут уже намело сугроб небольшой. Коль, ты дома? Так. Ну, расскажи, мой друг, как у тебя дела? Дела. Так, я вижу, у тебя две плотвицы. И окушок. Плотвичка вон та хорошая, а окушочек тоже хороший такой. У меня, значит, всего два окуня. Один маленький, ты его видел. А что там камера у тебя показывает? А второй окунь больше твоего. Да больше? Да. Ты завалил кабанчика? Да, и значит что? Вот я сейчас разговаривал, ну, на камеру, да, ага. Там снимал. У меня была поклевка. Я чего-то такому по губам дал, что у меня руки задрожали. Руки задрожали. Да. И, ты знаешь, поклевки есть. Поклевки есть, но... Видимо, за краем это ля поднимать. Ты, кстати, вот у тебя насадки пучком насаживаешь, да? Нет. По одному, что ли? Ну, не по одному, я стал насаживать по два, по три. Ты знаешь, я 3-4 на мормышку, и идут поклевки, вот, видимо, окуня. Сейчас я чуть позже пойду еще раз камеру опущу, посмотрю. Я насаживал 4, вот на поплавочную удочку. И результаты у меня... Да, кстати, я еще отпустил этот, вот такого подлещика. О, слушай, у тебя удочка раритетная. Какая? Вот та, да. Ну и вот та тоже. Есть такое дело. И кормушка у тебя раритетная. Ты это ее на барахолке купил, что ли? Да, не на барахолке купил. Или ты ее так сносил за свою рыболовную жизнь? Ну, я думаю, у тебя теперь кормушка новая, а вот эту ты обратно отдашь Андрюхе. Естественно. Такая прямо это, она кондовая. Она у него, похоже, этот... В самом деле раритетно она такая, этот, не один год. Ну да. В пользовании. Это не то, что не один год, не только у него, а еще и до него кто-то пользовался. Может быть. Ну, Уралочку, нифига. Есть у меня вот такая граненая мормышка. Так, это гвоздишарик, что ли? Нет, это обычная, это же этот насадочная. Так, на нее берет, на желтую? Да, на нее поклевки были, но тоже по губам. Понятно. И, короче, я плюнул. И решил издеваться над собой, да. Пусть, да, по полному ест. Думаю, ловить так по-настоящему. Я тебя понял. Мой домик вот он. Наверное, звук сейчас все шумит, кряхтит. Скажите, где твой микрофон? Микрофон мой остался дома. Я не знал, что такая погода будет. Друзья, ну что, поклевочки что-то вообще прекратились. Они были как-то по губам, по хвостам и так далее, и так далее. Вот. Реализации практически вообще никакой, то ли думал, что рыба ходит, может быть, там в полуметре от дна, может быть, выше и так далее. Так, вот смотрите, друзья, эхолот ничего не показывает, на дне тишина, тишина полная, друзья, эхолот ничего не показывает. Прибегаем к нашему маленькому другу. Сейчас посмотрим. Опущу камеру в очередной раз на дно. В дно вот такой вот глаз. И посмотрим, что там у нас, есть ли какое-то движение на дне. Так. Сейчас откроем камеру. Надо отмотать еще немного провода. Так, включим ее. Так, эхолот камеру показал. Так, ну, опускаем до дна. Эхолот камеру показывает. Так. Так. Так, вот мы уже у дна. Так, вот мы у дна.
Так, включу функцию записи, чтобы вам показать. Так, функция записи пошла. Так, ну и вот, собственно говоря, вот стоит окунь. На эхолоте вот проплыла плотва. Вот она. Эхолот не показывает ничего. Вот. Так, вот лежит, по-моему, крючок у меня. Так. Вот стоит друг. Поедает мотыля. И смотрит в камеру. Эхолот тоже ничего не показывает. Так, смотрим дальше. Так, вот прошли. Вот рыба. Так, очень быстро вертится. Так. Так, так, так. Так, так, так. Вот прикормка. Вот окунь опять. Вездесущий. Так, так, так. Вот там мои грузилы висят. Вот еще рыба. Вот плотва. Вот плотва подходит к моей приманке. Вот что-то кушает. Возможно, сейчас будет поклевка. Нет. Мимо. Вот мои грузилы. Их пошевелю. Опа. Вот они. Вот. Вот они. Вот моя насадка. Так. Вот он, окунь подбирается. Ну что, друзья, рыба стоит. Ну, кормится как-то она минимально. Вот окунь. Рыба стоит прямо у дна. Но почему эхолот не показывает? Я не знаю. Эхолот у меня исправен. Вот еще окунь. Вот и плотва плывет. Вот еще окунь. Ребят, окуни, кстати, очень хорошие. Вот сколько было поклевок, окунь клюет на стоячку. Не на мормышку. На черта пробовал, на мормышку, на игру. Не хочет. Не хочет. Как бы вот такие вот пироги. Вот он стоит, красавец. Но не берет. Ладно, выключаемся, попьем чайку. Вы знаете, друзья, вот камера Калипсо, я вам скажу, никогда до этого, года не держал в руках вот таких девайсов. Но честно, мне пока это очень нравится. Очень нравится, честно говоря, заглядывать под лед. Вот видите, то, что поклевок нет, включаю эхолот. Эхолот ничего не показывает. Рыба стоит прям вообще у самого дна. Ну вот как, что делать? Вот взял камеру, опустил вниз посмотреть. Вот что там творится. А рыба-то она стоит, она есть. Стоит и кормится. Так, друзья, очередной обход товарищей по оружию. А то Коля уже кричит: что ж ты, говорит, ко мне не заходишь? У меня рыба клюет. А у меня не клюет, вот я и не захожу. У меня все какие-то шевеленки идут по губам, то мимо. Сейчас... А у нас гранаты не той системы. А, он говорит, у нас гранаты не той системы. Так, ну-ка покажи мне свою систему. Ой, господи, ветер. Система проста, как грубо. А ты уже это самое ее? Все в леске. Я понимаю, что в леске. То есть ты не готов. Чего не так, у тебя пакетик. Ну вот, можайская видишь, плотва, что говорить. Ну так это двумка-трёмка там на понюшку. Да. Размер, конечно, не радует, но поклевки. Ну поклевки явные, или же опять качнет и все. Успел. Ну смотри, у меня в основном этот, я ловлю на кивок, поэтому я нормально вижу подъемы.
Ну подъемы, понимаешь, есть вот качнет амплитуда 5 миллиметров и бросает, и уходит. Или же у тебя подъемы вплоть до выкладки кивка. Наверх. Ну, не совсем до выкладки, конечно, но. Ну, амплитуда просто сантиметр-два. Не больше. Не больше. Сколько мотылей сажаешь? Два. Покажи-ка мне оснастку от крючка до ничего. Грузила. Покажи мне, как у тебя. Маленькая. То есть грузила у тебя приблизительно 10 сантиметров. Да. Я тебя понял. Ну ладно, ну, тренируйся. У меня и на поплавок этот бывает поклевывает. Но... У меня тоже поклевочки идут. Ну понимаешь, как-то вот цепанет, то ли бросит, то ли еще что-то. Камеру еще раз опускал. Чего там? Окуня еще больше прибавилось. Плотвицы единичные проскакивают, но окуня подо мной стоит больше, чем с утра. Ладно, пойду тренироваться дальше. Не, если он вот такой, или как ты говоришь, там кабанчика. Ну не кабанчик, но чуть побольше, чем у тебя. Ну потом посмотрим. Такого можно половить. Ну да, такие приятные. Ну да, ребята, поклевок практически нет. Дергает за край, тут же отпускает. Вот сейчас опять поймал маленьких парочку окушков, маленькую плотвичку. Вот. На улице все сильнее и сильнее ветер. Друзья, вот такая вот сегодняшняя рыба. Ну, мною поймана. Ну, в основном, конечно, вот это несколько плотвиц. И в основном это вот эти вот... Вот такие окуньки. Вот. Вот такой вот улов. Друзья, посмотрите, что творится. Это просто нечто. Что творится на улице. Друзья, очередное мое включение. Честно говоря, вот время уже около 3 часов, нервы мои уже сдают. Сдают они потому, то что на 15 поклевок всего лишь там одна реализация идет рыбки. Потом опять поклевки нечастые. Опять там 12-15 поклевок, шевеленок. Вот успел. Рыбка. Вот до этого раз сильно, наверное, руками водил. Опа, она и сошла. Вот так вот. В общем, сначала пытался снять какие-то поклевочки для вас. Но на камеру, в смысле. Но потом мне это дело там через полчаса, минут 40, честно скажу, просто надоело. Пытаться как-то там включить, что-то дернуть. Опа! Да. Ребят, мне, по-моему, сорвало этот самый колышек. Извините, я прервусь, вечер очень сильный. Мне надо выйти посмотреть, что там. Сильнейшие порывы ветра. Сейчас посмотрел в окно. Нет, веревку не оторвало, колышек стоит, вертыш. Вроде все нормально. Дуги стеклокомпозитные держат. Ну, честно говоря, такие порывы ветра. Просто я считаю, что сейчас мы будем прерывать нашу рыбалку и собираться. Иначе просто... У меня или у Коли поломает палатки. Народ уже практически весь ушел. На улице буран. Я не знаю, там ветер, наверное, 17-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение со снегом. Это просто творится что-то неимоверное. В общем, что касаемо общее резюме по рыбалке. В общем-то, конечно, рыбалка состоялась. Рыбу мы поймали, хоть какую-то там небольшую. В основном у меня это окунь, у Коли в основном это плотвичка. У Коли, конечно, поклевок реализовано больше. Не знаю, с чем это связано. Честно говоря, вот поклевка. Не знаю, с чем это связано. То ли Коля сидит глубже. Вот, смотрите, ребята, опять вот этот вот окунь. Окунь 6,5 метров. На стоячку причем. Не знаю, с чем это связано. Вот, ну, как-то вот так вот. То, что мы смогли снять, мы сняли. Просто боюсь, не дай бог сейчас что-то сломает дугу, не дай бог, или еще что-то. У меня стоит обогреватель, палатка может загореться. Сейчас вот буквально еще сделаю одну насадочку.
мотыля закину, позвоню Коле, потому что так, хотя мы сидим рядом, но докричаться с таким ветром невозможно. Вот, и я думаю, что мы будем потихонечку сейчас собирать вещи, собираться домой. Вот такая вот, ребят, рыбалка. Честно говоря, вчера, когда Коля меня пригласил порыбачить, это уже поздним вечером, я и не смотрел прогноз погоды. Вот, что будет такой сильный ветер и снег. Это я увидел уже в лесном городке, когда мы грузили вещи в машину. Хотя Коля говорит, что он 4:30 выезжал из дома, из Москвы. И у них такого не было, ни ветра, ни снега, ничего. Не знаю. Только здесь, наверное, это. Не знаю. В общем, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи. Съемочки я прерываю. Вот. Всем пока. Чаще выбирайте на рыбалку. У нас эта рыбалка вот такая вот вышла. Пока. Так, друзья, у нас новые знакомые. Павел. Александр. Очень приятно. Владимир. Павел, очень приятно. На русфишинге ник. Без ника, просто без так ника, смотрит. Да. И то, что. Ну, все равно увидите. Как, у вас как по рыбе? Плохо. Плохо по рыбе. У нас вчера, тоже. Вчера сидели плохо по рыбе. Сегодня сидим плохо по рыбе. Вот отца, отец. А, ну, понятно. Ну, бывает, то что делать? Вывести на рыбалку. В прошлом году нормально отловились, а в этом году... Рыбалка дело такое, то густо, то пусто. Ничего страшного. А какой воздух? Не повезло, да.